Давным-давно, когда мама и папа были еще совсем маленькими, катались на санках и прыгали через скакалочку, все сказки были добрыми, а фонари – волшебными. Волшебный фонарь покажи, фрегаты моря миражи. Волшебный фонарь освети, волшебную сказку пути. Волшебный. Митька, выключай приставку. Сейчас будем смотреть за фильм. А вот и не выключу. Я болею. А когда я болею, мама разрешает мне играть сколько хочешь. И чем же ты болеешь? Горло у меня болит. Слышишь? Слышу, слышу. Но ты не волнуйся. Сейчас я тебе расскажу, как можно твой кашель вылечить. Все, убирай приставку. Включаю волшебный фонарь. Гаявата и дятел Мемо. По мотивам поэмы Лонгфелло. Гаявата был самым сильным вождем индейского племени иракезов. Он победил всех врагов. А ведь среди них была даже пара волшебников. О, у меня тоже индейцы есть. Это солдатики такие с перьями. Сам ты, Миська, солдатик с перьями. Дальше слушай. Остался последний враг. Повелитель змей Меджисагвон. Болото, где он жил, так и кишело ядовитыми гадюками. Фу, змеи, не люблю их. А что ты вообще любишь, Митька? Мороженое. Я вчера 3 порции съел. Понятно, почему у тебя горло болит. Меджисагвон умел насылать болезни. Из-за него иракезы все время кашляли и чихали. Гаявата решил положить этому конец. Горчичники ставить будет. Мама всегда так делает. Он взял волшебные летающие мокасины и варежки, которые могли сокрушать горы, и полетел прямиком в ядовитое болото. В болоте его уже поджидали змеи. Громко шипя, они поползли к Гаявате и так и норовили его ужалить. Получилось всю жизнь кашлять. Что с такими змеями сражаться? Гаявата начал петлять по болоту. Змеи поползли следом. И скоро до того допетлялись, что спутались в один большой клубок. О, ну и клубочек. Взял Гаявата этот клубок своими волшебными рукавицами и забросил куда подальше. Так им и надо. Тут из хижины выпал сам Меджисагвон. «Кто посмел трогать моих любимых гадюк?» – прошипел он. Ну, теперь ему точно крышка. Это я, Гаявата, самый сильный вождь племени иракезов, – ответил Гаявата. И сейчас я тебе покажу, где раки зимуют. Кать, а где раки зимуют? На юге? Гаявата натянул лук и начал стрелять. Но стрелы даже не поцарапали волшебную чешую змея. Беги, Гаявата! Дело безнадежное. Тогда Гаявата выхватил томагавк и со всей силы швырнул его в Меджисагвона. Меджисагвон даже не шелохнулся. Кать, ну что же он не бежит? Никак Гаявате не победить колдуна, никак не пробить жемчужную чешую. Вдруг Гаявата услышал чей-то голос. Это был дятел Мемо. А дятел что тут делает? Целься в макушку, прощебетал дятел. Откуда он знает, интересно? Гаявата схватил первое, что попало под руку, еловую шишку, и запустил ею прямо в голову змея. Хо-хо! Змей упал как подкошенный. Гаявата быстренько скрутил его и покатил к себе домой. Там Меджисагвон научил иракезов готовить целебную мазь из змеиного яда. И с тех пор иракезы никогда не чихали и не кашляли. Мазь из змеиного яда?
круто! А дятел Мэму получил от Гайваты красивые красные перышки. Их и сейчас все дятлы носят на голове. Конец. Ну все, где моя приставка? Я ведь болею, а гадюки на инмазе у меня нет. Ох, Миська, теперь я знаю, чем ты болеешь. У тебя воспаление хитрости и обострение наглости. Тут никакая мазь не поможет, даже гадюкина.